В последние выходные апреля в городе Видное на Советском проезде было многолюдно и шумно. С раннего утра, несмотря на дождь, горожане торопились занять очередь за продуктами, стараясь приобрести по сниженной стоимости овощи и посадочный материал. Покупатели радовались и качеству приобретаемой продукции, и ценам. 120. Розовые не половили. Почему? Вот, принесите розовые. Томаты, огурцы, зелень и цветы – ассортимент, представленный агропромышленным комбинатом «Московский», широк. А потому не было ничего удивительного в том, что к машине с самого раннего утра выстроилась очередь. Смущает такая большая очередь? Нет, не смущает. Быстро работают мальчики, хорошо. Очередь наблюдалась у каждой из 25 машин. Третья, раскинувшаяся на Советском проезде, ярмарка стала крупнейшей этой весной. На сезонную распродажу свою продукцию привезли и местные производители, и хозяйства из соседних муниципальных образований. У нас и дошковка приехала, картофель вот 12 тонн привезли. Значит, там картофель, лук, яблоки, капуста, свекла столовая. Воскресенская АПК, 8 машин привезли, ну, тут практически весь набор, начиная там от молока, молочной продукции, овощи защищенного грунта, открытого грунта, мясо, яйцо, так что весь полный набор. Не только за продуктами питания приходили видновчане на ярмарку. Аркадий Палыч, опытный садовод, искал новую яблоньку. Белый налив у меня есть, допустим, там вот это... Поздний есть, летний хочу. Выбрать еще одно плодовое дерево или плодово-ягодный кустарник было из чего. Нарофоминский питомник к сезону посадки подготовился хорошо. Мы привезли в основном плодовые растения, то есть яблоки, груши, вишни. И еще добавили сюда декоративные кустарники и плодовые кустарники, такие как смородина, крыжовник, ирга, которая в нашей местности очень пользуется спросом и растет очень довольно хорошо. Любители цветов тоже не остались без покупки. Кто-то приобретал рассаду однолетников, другие предпочитали многолетние цветы. Это розы. Сажать на огород. Кремовый очень красивый. Заглянул на завершающую сезон ярмарку и глава района. Проходя по торговым рядам, Сергей Кошман пообщался с горожанами. Видновчане интересовались, будет ли и впредь продолжена традиция сезонных распродаж сельскохозяйственной продукции. Надо сказать, что ярмарка – это наша отличительная особенность. Мало где в Московской области, в городах и районах проводятся такие ярмарки, как наша. Все, что сегодня предложено, все также с 20% скидкой, которая датируется за счет местного бюджета. Мы ничего не будем отменять, и вот в том же объеме, в полном, в котором это делали раньше, будем это делать и впредь. Потому что видим, что это пользуется спросом, и это полезно нашим жителям. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.